Добро пожаловать в Ласточку. Погода шепчет. Ветер ласково треплет лыжи. Как настроение? Спорт, можешь передавать привет. Физкульт, привет. Привет участникам соревнований. Никто еще не передумал? Я думал, я не уже бежать. Да я уже хочу бежать. Ях, завхоз! Чтобы начальник сейчас не приехал опять, я их сегодня пытал. Таня, вы приедете? Да, назад не стреляла, ну, чтобы ты не поскользнулась. Где же лыжи? Что, девчонки сама не остаются, не просто? Лыжный патруль – это не просто профессия, это обязанность. Я должен найти всех слабых и больных и съесть их. Человек! Это лес, это тайга. Здесь каждый сам за себя. Пока-пока. Пока-пока. Пойду искать слабых и больных. Давай, так, я по прямой пока. Пожелай мне приятного аппетита. Вкусные. У меня с собой кетчуп. Это Марио, ждать, не все упали. Не все там валяются. Лучше не пить, не только в лесу. Молодец. Но он мне говорит, что там кто, два человека еще? Мама, я в пустыне! Ну, у них отдача, но она вообще ненаданная, я думаю. Застряла, выпала, я упала! Слушай, познавательный, да. Смотри, по лесу.